Всем привет! Приобрели бензогенератор Кентавр. Вот его характеристики записаны. Максимальная мощность 2,8 кВт, номинальная 2,5. Электрочайник 2 кВт включаем, ну, работает. Для наших нужд этого достаточно. Двигатель 7 лошадиных сил, 4-тактный. Покупали именно почему такой генератор. У нас мотоблок Кентавр, и на нем тоже стоит двигатель 7 лошадиных сил. И если вдруг возникнут у нас необходимость там срочного ремонта либо замены двигателя, мы можем взаимозаменять их. Покажем, как запускаем генератор. Тумблер включения двигателя переводим в положение включить. Здесь у нас есть две розеточки и автомат на электричество. Вольтметр показывает мощность, которую выдает. С этой стороны у нас воздушная заслонка, вот она, рычажок ее. У него два положения: пуск, и переключаем уже после пуска на работу. И также рычажок, кран подачи бензина в положении открыть ставим. Заливаем бензин, проверяем масло в двигателе. После покупки обязательно обкатка. Сейчас он работает на холостых, без нагрузки, без ничего, и замену масла делаем. Мы масло собираемся менять чаще, насколько это возможно, чтобы больше сохранить двигатель. Здесь у нас есть кикстартер, и дергаем его так. Еще раз проверяем, включить, заслонка, впуск. И заводим. Для того, чтобы выключить двигатель, просто переводим тумблер в положение выключения. Включали мы болгарку мощностью 1 кВт. Без нагрузки. Он киловатт воспринимает вообще, наверное, как что и нету нагрузки. Для наших домашних условий, я думаю, этого пока достаточно. Всем спасибо, всем пока.